продам топор советский. Его вот специфический, я таких раньше не встречал. Кто разбирает, сразу, наверное, поймет. Какие-то четверки проглядываются, как будто, или что такое. Не знаю. Так, черенок по команде я отпилю, если надо. Либо вышибу его, видно будет по настроению. А так, так отправлю, если ничего не скажете, отправлю как есть. Ничего страшного в этом нет, упакуем. Так, есть авитодоставка, оформить, отправим. Трещин нет, я визуально смотрел, подозрений на трещины нету. Сварочный шов тоже не видно. Он работал, это плотницкий топор, не сучка-руб никакой. 125 миллиметров рабочая часть ширина. Самая узкая 50 миллиметров, самая широкая здесь 60 миллиметров. Общая длина габаритная 170 миллиметров. Вот эта сторона немножко наклеп присутствует, то есть дубасили. Ну, терпимо, можно поправить, что, трещин нет, я не вижу здесь. Поэтому лучше оформляйте на почту, потому что у вас будет 15 минут на осмотр при получении. Можете покрутить, посмотреть. Подозрения какие-то будут, просто не забирать. Деньги вам вернутся, мне топор назад. Так, смотрим, насколько он оттянутый. Перековывать его не обязательно. То есть не как колонн. Может поправить, подточить немножко и будет нормально. Вот. То, что видите на фото и видео, именно он и будет отправлен.